Всем привет, друзья! С вами Карабаш74. Сегодня мы начинаем доработку рассматривать. Все как обычно. По утрам мы рассматриваем Спинтайрос. GTA, ребят, сегодня постараюсь снять обязательно. Итак, что же, в принципе, Фуркат нам в этот раз предлагает? В общем, он поправил то, что я ему сказал. И теперь он сделал еще Урал 4x4. То есть вот он стоит. Он заменяет по дефолту эти две модели, они заменяют Зилок и заменяют УАЗ. То есть достаточно неплохо. Стандартный крас, вот он стоит рядышком. Итак, прошлый раз у нас были проблемы с прицепом распуском. Так, все, в принципе, все так же работает, как и работало. А, кабины, вида из кабины, по-моему, не было. Он в этот раз уже прикрутил его. То есть теперь есть вид из кабины. Все, ребят, дополнения, которые от Фурката будут выходить, они будут выходить с видом от первого лица. То есть вы устанавливаете мод, и вид от первого лица из кабины уже будет. Это, я думаю, что для многих радостная такая весть будет. Так. Платформа лесовоза, и прошлый раз у нас, ну, то есть здесь все так же работает, как и работало. То есть ничего не поменялось. Поменялось вот этот прицеп-распуск. Он теперь его поставил на эти здоровенные мазовские колеса. Итак, давайте проверим, как он работает, потому что вчера, как вы все знаете, он не работал. Да. Теперь он может возить без всяких каких-то проблем. Поехали, прокатимся чуть-чуть. Да ё-моё. Все меня просят постоянно, чтобы я не матерился. Я, ребят, постараюсь не материться. Постараюсь. Вот, он пролазит без каких-либо проблем. Но тут проходят, в принципе, все машины у меня. Вот, так что тут проходимость у него никак, то есть не прикручена, чтобы проходимость была увеличена. Так что она осталась все так же. То есть единственное стало это вид из кабины. Прицеп-распуск теперь стал работать на этих здоровенных колесах. И, собственно, и все. То есть теперь нет никаких проблем, он может вести и обычный распуск. Итак, давайте мы вернемся в гараж. Там стоит Урал. Стопэ. Да, Фуркат, наверное, почитал вчера комментарии. И прицеп-распуск, он подцеплялся за воздух. Вот, так что теперь за воздух он, ребят, не цепляется. Пересаживаемся. Пересесть, садимся на Урал. Звук движка тоже прикручен от Маза Турбо. По-моему, Маз Турбо, он сказал мне. Вот. Если что-то неправильно говорю, сори, я просто проснулся недавно. Вот. Так. Это маячки, зловещий свет, то есть все то же самое. Прицеп-распуск. Да, то есть он и здесь тоже работает. Есть на Урал и удлиненный распуск, что в принципе на дефолте нету в принципе такого. Да, удлиненный распуск. Все где надо, там и подцеплено. Это не может не радовать. Так, нажимаем V. Сложить. Все работает. Подтверждено, все работает, ребят. Есть вид из кабины. Вчера скриншоты, наверное, все уже видели. Вид из кабины тоже присутствует. Так. В. 3. И надо нам проехать вперед. Слишком высокий. Ну, то есть Урал высокий. Из-за этого распуск и никак не может расправиться, твою мать. Опс. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Оп. Поехали.
пытаемся его расправить. Что-то вчера у меня лучше получалось, действительно. Есть. Давай, 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 выпрямляйся. Так, сейчас здесь чуть-чуть вывернем. Да что-то этот столбик мне мешается. Так, эй, стопы. Давай, 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 выворачивайся. Иди же, пассатижи, а. Так вот. Да. Как вы видите, все работает. Но есть небольшая заминка, то что с раскладкой. Но это, в принципе, никаких проблем. То есть. И все, и поехали. Роспуск работает, все работает, ребят. Так, скриншот надо на превьюшечку сделать. Так что пользуйтесь, ребят. Ссылка в описании под видео. С вами был Карабаш 74 со своим кратким обзором на переделанный Урал и переделанный Крас. Оу-оу-оу. Легли. Я не буду сейчас на видео подниматься, потому что это еще займет минут 5-10. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК, мы всегда там. Не забываем ставить лайки, всем удачи, ребят, всем пока.